Одному Олега до канала это самое. То, что там два чувака на Мироне не отбежали от этого. Прям вообще первую эту фигню он кастовал, когда милики должны отбежать, и все. Ну, шоковый удар. Может быть и поэтому, да. Наверх эти неходы сделали. Ты метки что-то другие стал ставить. Не слышал, что ли? Я же говорю. Так я сдох, говорю. А, тогда я систа. Пит. Короче, три живых созвездия, на которые вы стали там черепа какие-то вешать. Звезда, кружок, ромбик. Звезда моя, кружок ханта и ромбик Холли Пауэлла. У нас таунты есть, чтобы завести их. Может, лучше я поставлю, а Холли Пауэлл пускай хилит? Ну, ставь. Вы их как ставите? Быстро? Это в ДБМе какая-то есть функция? Ну, есть отдельный аддон. Просто ставь и все. Я могу, да, вот так вот, просто по стариночке. Еще смотрите, если вы типа слаженная команда, блять, вот на Юрин Мару вот это бежит, надо просто заводить было и все. На кого бежало это как говно. Так, конечно, если вы бегаете бесцельно, ну ничего не сделаете. Нормально, я могу здесь еще сидеть, знаете, сколько? 50 минут. Вот. А тут уходят люди, вон. Ну да. Чипка легкая. Сейчас можно уже СС повесить. Да вон там хибов. Так, звездочка, ты сказал, кружок и квадратик. Звездочка, ромбик. Войд, звездочка. Кружок и ромбик. Кружок и ромбик, все хорошо. Тайм. Начинай. Он получит сообщение от наблюдателя. А, Герушин. Нашли звезды забивать. Дайте чешки, кильки там. Звезды помогут мне. Нет, только одну за другой, они вместе. Как-то надо, сука, надо перебиться, а вот перебиться. О, сейчас, вот где-то здесь я убил. Чтоб нам проще. Убирать нет. Пока. Созвездие приготовься раскидывать. Вот созвездие. Одна закрыла, чё куда она исчезла. Давайте, 2 секунды. Заводить. Не успели, за время не успели. Успели. Успели, ну убьем его. Ну все, черт, просто убиваю. От кары отбегите. Звезды разбейте, кстати, чтоб... На суровом не забудьте спрятаться в дырку, в одну. В дырку бегите быстрее, отбивайте. Заходите. С места, куда зашли, отойдите, а то увидите, что это обратно появится. Жизнь не может быть вечной. Господи, зачем вы две звезды взрываете? Ё-моё.
как две звезды за. Килы есть хоть один? Ман есть еще. Захиливайте войда. Приводите 10% мобы еще. Видите сильно. Видите уже никакие звезды, что вы делаете? Видите босса. Катя, 20 секунд до второго удара. Да, готовьтесь, братан. Я останусь. Во, зайдите, пазл, исчезло все. Даю войск. Ну что, доливайте босса просто. Всем здорово. Кары, отбегите от кары. Всего у вас не осталось. Задвигайте в дыры. А, Кирилл, ты чё? Вот опал живой, забирай. Забирайте босса. Да. Во, во, грацули. Ну, нормально, жизнь очищаешь, да. Так, не рольте только, кто не собирается этих посланников. Не знаю, есть что тут на дворцов. Их жители гибли, не успели. Видите, какой закончится. Я был свидетелем того, как галактики рождались и умирали в мгновение. Да, да вообще ульда интереснее намного рейд. Оставался холодным. Ходили бы они еще. И безразличным. Ну. Бульдог, ресни меня. Сними диван и ресни меня. Потом будешь лутать. Ресни меня, потом лутать. Все они так же любили жить. А давай, наверное, 10 секунд нахуй вставать. Не, есть не буду, доктор. Или пара. Свобода воли позволяет пренебрегать законами космоса и выходить победителями тогда, когда идеальные создания титанов оказываются бессильны. Я изменил код отклика. Ваша планета будет спасена. Я больше не могу полагаться на свои расчеты. О, колечко. Колечко хорошо. У меня нет сил, чтобы передать сигнал. Поторопитесь. Найдите источник энергии. Ищите в небесах. Я знаю это место. Тебе нужна моя помощь? Судьба не тревожит. А куда отмываться? Если сигнал не будет передан вовремя, пересоздание планеты запустится. Спасай свой мир. О, город Сосе. Да, Тед. Ну, нужен, да, тебе, грудак? Кому надо? Буду спепить. Да погоди, может, дальше пройдем? Там же уходил только шаман, насколько я помню. Там же не спит. Ров тоже кидало. Так это не ров, мы тебя будем добирать или что? Попробуем добрать сейчас. Блин, я это самое. Хотел бы, знаете, что, чтобы каждую неделю собирались мы. Вот типа, у меня, короче, выходные недели в том был сейчас. Вот, я вот не знаю, какой был. Ну, если вечером там
Я могу и в понедельник, и во вторник часиков в 7, вот так. Там, видишь, там РТ понедельник обычно целый. А, ну да. Пойдем дальше, будем добирать, да? Да не, я, наверное, не пойду. А что нам хила найти? Любых ДД пока. Тут надо будет комиссию пройти. Ну, там, то давай тогда крика. Пойдем, раз никуда не пойдем больше. Может, по КД соберемся? О, как КД сбрасывает это? А, блядь. КД ж завтра сбросит. А, дай порт тут. Ну, просто, пошли если, тогда. Если в следующий раз соберемся, то пойдем уже... Нет, так уже ж не надо будет ни на фламоботов, ничего такого.